Вы не можете без других людей. Вы обречены на свой мозг, который говорит, у меня должно быть 150 обезьян. Мне нужны 150, хотите вы, не хотите. Я вот думаю все время, можно их всех убрать? Но это я думаю как маразматик, оценивая собственную усталость. Но если убрать, что скажет мой мозг? Где обезьяны? Скажет он. Да, и я опять внезапно обнаружу себя какой-то опять очередной движухи. Да. Потому что вот эту осознать обреченность на, эту, на свой мозг и на необходимость проживать свою жизнь, и дальше уже вопрос в наш выбор, как мы хотим ее проживать.